Всем привет, дорогие друзья! Мы продолжаем проходить Инферно Молога Бала. Это воплощение алчности. Все же, давайте подготовимся к бою. На самом деле, я убивал эту мразь уже несколько раз. Но Скарим себя как-то не очень адекватно ведет. То есть, он то сворачивается, то вылетает именно при битве с этим боссом. Ладно, черт с ним. Давайте-ка сбегаем по-быстрому. Почему она не работает? Никто не знает. Оно должно работать. Но нет. Вот, теперь должно. Да, конечно. Ваша жертва отвергнута. Ну и насрать. Все, теперь давайте драться. Все. Ну, теперь я перехожу на чисто зелье. Так, вот тут сопротивление огню. Крепкое зелье лечения. Давай драться, сучка. Ну вот. То, о чем я и, собственно, говорил. Босс очень сложный. Ну, как очень. Не прям очень-очень. Но довольно сложный. Я не знаю, что с ним делать. Каждый раз он чудит что-то новое. Ой. Выходим отсюда, лечимся. Вон он опять что-то мутит. На этот раз огненное. У меня есть там еще резист? К сожалению, нет. Да ладно. Он просто бомбит. Будем спешить. Сука. Молнии. Хуже для меня даже и не придумаешь. Боже мой. Вы посмотрите, что он делает. Это при том, что я до ужаса силен. Опять молнии. Но резиста у меня никакого нету, поэтому. Спускайся. Опять.
такая, собственно, тварь. Победили, да? Не, нифига, он еще стоит, еще что-то колдует, сука. У меня уже воплощение заканчивается, вот в чем прикол. И куда? Я уже победил. А я-то уже победил. Сейф. А, блин, отвратительный босс. Не ври, я не стою в огне. Клинок алчности. 7000 монет. My realm is disturbed. Mortal, what right do you have to be in my domain? We meet again. Ну да. If you desire to be my champion in this realm, prove your worth. I am watching. Keep me entertained. Tiny little pieces. Мы еще встретимся. Моя броня сейчас рассеется. Ага. Ну вот, судя по всему, следующий круг. То есть у нас теперь появился квест победить всех лидеров. Одного мы победили, осталось еще 7. Обман. Что ж. Погнали. This circle is a place of lies and trickery. Those who in life serve the gods only to serve themselves find their punishment here. Do not be fooled by the temple ahead. It is no sanctuary of the divines, for in this place your only salvation is Molag Bal. Ясно, понятно. Все это проделки Молага Бала. Собственно, вот тут дверь, она закрыта. Через нее мы будем выходить. А надо нам куда-то сюда. Я оказался под водой. Куча скелетов. Ладно, пойдем. Кстати, когда я проходил эти круги, некоторые из них, по крайней мере, вот круг лжи, сразу видно, что делался совершенно другим человеком. Потому что, ну, во-первых, размах. Во-вторых, идеи совершенно разные. Да и исполнение. Да, сука, открывайся ты уже. Тебе все равно не сломать мою отмычку. Ты посмотри на это дерьмо, а? Вот, и сразу видно, что делалось с другими людьми, и у кого хватило, знаете, фантазии, а у кого нет. И поэтому уровень исполнения, вот, именно отдельных, не лимбов, а вот именно кругов этих, вот, это наёбка. Fall over and die already. No!
Это не была волна бала, это замануха. Это все. То есть, понимаете, это на... все, на что хватило фантазии разработчика. Понимаете, это все. То есть, вот. Положить там типа. А мне не больно. Вот у меня торчит стрела в голове, а мне не больно. Все, отъебались. Так. Идем отсюда. Почему я ничего не вижу? Не, ребят, не парьтесь, вы тоже же. Мне тоже очень темно. Цепь. Вот. Мне тоже очень темно, но сейчас мы это быстро пройдем. Этот уровень на самом деле вообще ничего. Че ты там кипишуешь? Все же нормально. Вот они решили даже не сопротивляться. Но тут ничего нету, насколько я знаю. Или нет? Или это как раз таки туда, куда мне надо? Да-да-да. Все верно. Ой, прости. Так. Это вода. Мы в воде. И надо двигаться довольно быстро. А то кислород у местных персонажей заканчивается довольно быстро. Я не сразу это понял. Поэтому у меня возникла небольшая проблема. Но не страшно. Давай. Подъем. Вот это, кстати, забавная тварь. Драконьего жреца. Ну, как вы поняли, сработал эффект на бритве Мирунаса, ну, или на моем дейдрическом вакидзасе. Ничего сверхъестественного, и это, собственно, босс. То есть это босс этого уровня. Видите? Мы убили двоих. То есть сравнили, да? Не, я, конечно, понимаю, что алчность... Да, прилетели драконы. Извольте, ключ забыл. Прилетели три дракона. Или взял я его. Что за хрень? Почему я захотел вернуться? Непонятно. Собственно, если сравнить вот размах, да, то есть... Как может навредить обман? Да тоже очень сильно. Но, наверное, алчность как грех посильнее будет. Ну... Собственно, блять, еще и в голову прилетел.
прилетел. Посмотрите на это дерьмо. Собственно, вот так вот. Так. Это мы уже прошли, получается, два. Да, два прошли. Давайте сделаю сейв. Отдельный. О, боги! Очередная драка! Где? Чё, лучше всё? Пойду по-добру, по-здорову. Ты посмотрела, типа? Это у нас лучше бармен. Лучше держаться подальше. Который с нами не хочет почему-то разговаривать. А вот там вот сидит торговец. Вот это забавная херня, смотрите. Лурк. Ладно, пойдем. Поторгуй со мной, Мефисто. Ah, hello, challenger. I'm Yilmaz. You can buy some mortal wares from me in return for lost souls. Зачем тебе нужны эти падшие души, а? That's, private. Ну да. Do you want to buy something or not? Что продаешь? Potions and unique artifacts. Don't ask me where they come from. Every, century or so, they appear in these big crates. There hasn't been another mortal in this realm for some time, so I've got quite a build-up. I'm happy to be rid of them, really. Ну, покажи. If you've got souls, I've got wares. Конечно, есть. Так, ну давай посмотрим. Оружие меня не интересует, оно у меня топ. Из топа. А вот зелье ты бы мне продал. Ярости. Наполнение мощью. Пиромогущество. Феникса. Исцеление. Да. Зелье лечения. Ну вот. Что-то купили, да? Давайте посмотрим, какого качества. Он тупое зелье лечения, обычное. За вот те туши, что мы там собирали. Ладно, пойдем. Так. Это у нас гнев. Да, отворяй калитку. Yeah, you came back to see me before you left. No. No, not this. Just make it stop. It's okay. We can still write. Don't worry. I shouldn't have followed you here. Not to this circle. Especially not this circle. You have time for dinner before you leave. Come on. My blade I can will cleave you favorite. In two. I... This is where it started for me. I left to fight, to be a soldier. Left her, alone after her parents. She didn't deserve it. Nowhere to go but forward. I will rip you into pieces! Успокойся ты. Мы справимся. Это всего лишь проделки Мологобала. И не более. Чё встали-то? Да сделайте же что-нибудь! Помогите! Что с вами, обломки? Кто-нибудь! You will fall to my blade! Непонятно. I will rip you into pieces. Ладно, давайте загрузимся. Так, ладно. Пойдем.
Чё, борзел, что ли? Говна кусок. К моей напарнице приставать, вам уёбок. Ferelia, those were my guests. Why would you do that? Что за чёрт? Они ведь дезертиры. Опять. Not again. Стража рассвета, причём. Ferelia, those were my guests. Why would you do that? Охереть. Ясно, понятно. Я подозреваю, что они пришли, короче, к ней в дом и изнасиловали ее и убили. Ну что еще может не хватать солдатам? Так, у меня отняли управление, между прочим. Let it play out. Just let it play out. We never leave. I hope you're all liking the food. I have some spare beds as well. Anything to help refugees from the conflict. Ну понятно. They weren't refugees. They were deserters from my unit. Вот так вот. Даже с твоего отряда. Прекрасно. They took her that night, and I found her weeks later when I came home. This is how it started for me. I sold my soul to Malakbal for help, to hunt them down and find them, and when I did, I slaughtered their whole families. Women, children, all in front of the men who did this. And then I killed them too. We all have our own personal hells in some way. All we can do is endure them. And know we deserved it. Месть есть месть. Они заслуживали на нечто подобное. Let's move on, champion. I don't wish to linger here. Крепись. Разберемся. Круг гнева. When I first entered this circle, I could almost taste the hatred in the air. The dead here wander about, almost aimlessly, lost in anger and despair. The statues taunt them, but the souls protect them. Don't let the aura of this place cloud your head. Perhaps this is their curse. The dead cannot receive the blessings of the gods, and so spend an eternity surrounded by the power of the divines. Ясно. Собственно, продолжаем. Очень-очень близко к божественной комедии все это дело. This makes me want to murder something. At least... Сейчас убьем, не парься. For anything I say while here. It gets to me a little. Все нормально. А, и эта локация по-прежнему, ну, вот в таком виде, в котором вы ее видите. То есть, еще тут я был. Собственно, я знаю, что нужно делать. Просто вот подходим, активируем статую,
одну за одной. Хорошо. Ненавижу молнии. Они очень сильно бьют по моим хпшкам. Не знаю, у меня вообще никакого резиста к молниям нету. К магии есть, а к молнии нет. Почему-то. Тут кто-нибудь есть? Ну ясно же, что есть. Хорошо. Ну и последнее. Давай. Открывай калитку. Что такое? Блин, то есть я пока тебя не убью, ты это самое? А ничего не будет работать, что ли? Ладно. Я сам-то выживу. Все. Теперь эта херня заработает в конце концов. Она меня не пускает. Почему? Не поверите, я еще раз прыгнул под текстуры для того, чтобы убить там пацана. И... и у меня появилась локация. Круто. Давай сюда последнее благословение. А ну, умри! Но она все равно поломанная, сука. О! А вот и ты. Откроешь мне калитку? Теперь мы продвинулись ко входу. Это тоже геморройная довольно-таки часть. Но благо я знаю, как ее проходить. Ну, думаю, что знаю, да? В прошлый раз я сделал это при помощи стремительного рывка. Суть в чем? Собственно, мы нажимаем на статую, и она стреляет нас этим разрядом. И мы должны оказаться как можно ближе вон к той статуе. Тут лежит книжка. Это послание от разработчиков. Давайте я вам даже ее покажу, собственно. Перемещать у вас энергию, которая активирует
Ну, понятно, да? Так что беги, Форест, беги. Собственно, вот такая вот книжонка. What? Не допрыгнул, походу, да? Ну ничего. Сейчас, я думаю, со второго раза у меня все получится. Активируем. Есть. Достал. Ты куда? Все. Тут тоже у нас все крайне и крайне темно. Не надо так делать. Да пошел ты в жопу. Не надо так делать, не надо так делать. Открывай калитку. Так, пойдем. Не стоит. Но они все равно спавнятся. Давайте-ка быстрее. Чтобы времени-то не терять. И куда дальше? Я втыканул. Наверное, вот сюда. Нет, не сюда. А куда же? Что я пропустил? Я что-то открыл и... А? Где? Задолбали вы спам. Не спамнитесь, я думаю. Ладно, ладно. Песик. Я думаю, что я позакрывал именно вот эти вот калитки. Но с какой целью? Может, их пооткрывать надо как раз таки? Давайте так и сделаем. Лучше пойду по добру, по здорову. А? Блин, ничего не поменялось. Что за черт? В прошлый раз это все как-то получилось. Органично, что ли? Подожди. Вы слышите, как открывается дверь в главной комнате? Пора покончить с этим! Ладно. Какая такая дверь открывается тут в главной комнате? А, вот это? Вот. Теперь все понятно. Надо, чтобы эти две двери были открыты.
Теперь мы берем благословение у этого ангела. Отвали. И открываем вторую часть пазла. Вот так. Пёсик, не мешай. You will fall my blade. Что ты делаешь? Ты на меня нападаешь, что ли, овца? Тут же никого нет. I will rip you into pieces. Ой, все, ладно. Круг гнева. Вот все, дальше я не ходил. Что дальше, я не знаю абсолютно. Поэтому, пожалуй, на этом и завершим. Ты куда? Наркоманка, успокойся. Пожалуй, на этом и завершим сегодняшнюю серию. Собственно, вот все, что мы пробежали за эту серию, я знал досконально, потому что проходил как минимум раз по причине того, что у меня запоролась серия. Ну, то есть, запоролась запись. Вот. Что ж, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр. С вами был Марс. Продолжим скоро. Оставайтесь на канале. Для тех, кто еще не подписался, пожалуйста, подпишитесь на канал. Это все очень и очень помогает мне в плане стимула. Для того, чтобы делать следующее видео, ставьте лайки, само собой разумеется. Подписывайтесь, кто еще не подписался. Всем пока. До новых видео.